боятся кошки? Как помочь кошке справиться со своими страхами? На первый взгляд может показаться, что такое независимое животное, как кошка, не способно испытывать страх. Они бесстрашно лазают по деревьям, прогуливаются по самому краю крыши многоэтажного дома и с надменным видом дразнят собак, которые превосходят их не только по размерам, но и по физической силе. Однако, несмотря на все эти факты, пушистые питомцы довольно пугливы и имеют свои определенные фобии. Итак, давайте разберемся, чего боятся кошки. Наиболее распространенные кошачьи фобии. Как ни парадоксально, но именно владельцы чаще всего мешают кошкам спокойно жить. Именно хозяева приносят в дом различные раздражающие предметы. Одни издают слишком громкие звуки, другие источают неприятные запахи. По этой причине кошка будет находиться в постоянном стрессе, который, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям. Когда кошка находится в тревожном состоянии на протяжении долгого времени, она может стать агрессивной, так как чувство опасности будет преследовать ее ежеминутно. А если еще и хозяин начнет ее ругать за такое непонятное для него поведение, то в скором времени питомец превратится в постоянно трясущееся существо, которое боится абсолютно всего. Страшные звуки. Распространенная фобия среди представителей кошачьего мира – это громкие резкие звуки. В данной ситуации все зависит от особой чувствительности слуха этих животных. К звукам, которые кошки боятся слушать, относятся следующие. Шум, издаваемый бытовыми предметами – феном, пылесосом, кухонным комбайном, электрической дрелью. Природные явления – раскаты грома, град, который бьет в окно, праздничные салюты, петарды, автомобильная сигнализация, дверной звонок, звук домофона и прочее. При этом не всегда кошки едины в этой фобии. Некоторые могут метаться по комнате, как только заметят, что хозяин взял в руки пылесос. Другие же будут преспокойно сидеть на диване во время генеральной уборки и даже ухом не поведут, когда это чудовище начнет свою работу. Владельцы пугливых питомцев должны понимать, что нельзя нагнетать ситуацию и пытаться достать дрожащее животное из-под дивана. Если кошке комфортно отсидеться в каком-нибудь укромном месте во время грозы или ремонта, то пусть там и сидит. Так ей будет намного спокойней, и, возможно, со временем чувство страха уйдет, или, по крайней мере, ваш питомец не будет напуган еще больше. Ведь он не понимает, зачем вы пытаетесь его достать из уютного угла, когда ему и так очень страшно. А иногда кошки одни громкие звуки переносят довольно болезненно, а другие совершенно спокойно. Например, животное может спокойно спать во время ночной грозы, а при включении фена начнет нервничать и судорожно искать укромное место в комнате, где можно будет пережить этот апокалипсис. В некоторых случаях питомец боится не звука, а самого предмета, который его издает. В таких ситуациях они не убегают от страшных существ, а начинают на них нападать, показывая, кто на самом деле является хозяином в доме. Ароматы не для кошек. Кошки стараются избегать интенсивных ароматов по одной простой причине – страх потерять способность ощущать запахи. Дело в том, что обоняние этих животных развито гораздо сильнее, нежели у человека, поэтому слишком интенсивный запах будет действовать раздражающе на кошачьи рецепторы. И здесь мы имеем дело не с фобией, а скорее с вполне естественной реакцией на неприятный фактор. Так какого запаха боятся кошки? Выделить можно несколько основных раздражителей. Запах цитрусовых, лимон, грейпфрут, апельсин и так далее. Это сильнейший аллерген для кошек. По этой причине его часто используют при изготовлении отпугивателей, которые помогают отучить животное от вредных привычек. Гигиенические средства – шампунь, лак для волос, дезодорант. Ароматы всех этих средств гигиены кошки считают просто отвратительными. Они не для таких чувствительных носиков. Строительная химия. Лак, клей, краска. Такие запахи для них слишком резкие и сильно раздражают носовые каналы. Спирт, уксус, многие лекарственные препараты. Интересным является тот факт, что некоторые катаклизмы, например, извержение вулкана или циклон, кошка способна предвидеть при помощи своего уникального носика. Она улавливает им мельчайшие частицы пыли и пепла, и их запах заставляет ее немедленно бить тревогу. Комната страха. Следующая фобия может вызывать у владельцев чувство искреннего недоумения. Долгое время кошка вела себя абсолютно спокойно, весело бегала по всем комнатам, кушала, иногда делала кучки по углам, в общем, была вполне нормальным животным. Как вдруг по непонятным причинам перестала заходить в одну из комнат, просто стоит на пороге и не двигается с места. А если хозяин пытается занести ее туда насильно, то начинает сопротивляться, а иногда царапаться и кусаться, чтобы вырваться на свободу. Почему кот боится заходить в комнату? Причин такому поведению может быть несколько. В этой комнате питомца обидели или избили. Такую ситуацию хозяин мог просто пропустить. Например, когда в его доме были гости с детьми, а, как известно, дети далеко не всегда ведут себя корректно с животными. Если в этой комнате стоит высокий шкаф или есть полка, расположенная под потолком, то кот мог попросту с нее упасть и пережить довольно сильную боль. Возможно, что в этом помещении не так давно умер человек, либо другое животное. Вы сами можете стать причиной такого поведения. Подумайте, не покупали ли вы новую мебель или, возможно, сделали ремонт. Свежий запах строительных материалов будет отпугивать животное, особенно если использовались лаки, краски и прочие вещества с интенсивным химическим ароматом. Считается, что кошки способны видеть довольно тонкие материи. Конечно, это уже из области мистики, но эти животные хорошо различают потусторонних визитеров. С научной точки зрения объяснение этому такое. Кот никогда не будет жить в гипотогенном месте квартиры. Кстати, в такой комнате даже человек будет чувствовать себя плохо. Его будут преследовать постоянные головные боли, общая слабость и тому подобное. Новые домашние животные. Новые животные, появившиеся в доме, нарушают территорию кошки, независимо от того, является ли это животное другой кошкой, собакой или морской свинкой. Как и в случае с незнакомцами, кошки, контактирующие с различными животными в раннем детстве, скорее согласятся с их присутствием в своей области. У неконтактных кошек это происходит тяжелее всего. Здесь только постепенная дружба животных, очень медленная и разумная, может закончиться успехом в форме принятия и жизни без борьбы и агрессии. Этапы ознакомления. На начальном этапе не позволяйте животным находиться в непосредственной близости. Только обменивайте ароматы, содержащиеся на вещах питомцев. После того, как погладите одного питомца, давайте обнюхивать свои руки другому. И наоборот. Контакт через дверь. Животные могут слышать запахи, играть в игрушки возле двери. В такой степени близости они не будут касаться, царапать и кусать друг друга. И, наконец, полный контакт под контролем человека. Если этот шаг будет успешным, вы сможете оставлять самих животных на длительное время. Весь процесс может занять несколько недель, несколько месяцев или даже год. Кошке иногда требуется больше времени для принятия изменений. Выход из дома. Котики очень любят прятаться в укрытие на время отдыха. Это могут быть как ящики в шкафу, так и картонные коробки. Но стоит вам достать переноску для животных, как вашего котейку одолевает страх, и он бесследно исчезает из поля зрения. Почему же так происходит? Ответ очень прост. Кошки – территориальные животные, любящие покой и уют. И неудивительно, что вещь, которая уносит их из зоны комфорта, пусть даже на короткое время, вызывает панику. Можно ли смягчить этот стресс? Конечно, да. Достаточно дать понять котику, что переноска – это часть дома. Поставьте переноску на открытое место, положите туда подстилку, и пусть это будет дополнительным убежищем для отдыха котейки. Страх воды. Практически у каждого котика глаза становятся огромными и жалостливыми в тот момент, когда он понимает, что ему грозит купание. Такая реакция кошек объясняется их природой. Как известно, их подшерсток, который создает воздушную подушку, играет большую роль в терморегуляции животного. Благодаря ему коты могут хорошо переносить как жару, так и холод. В особенности это касается тех, кто живет на улице и о домашнем комфорте может только мечтать. Но если кот намокнет, то его природная защита пропадает. Это может привести к болезни или, в худшем случае, к плачевным последствиям. По этой причине кошки не любят купаться, хотя они умеют хорошо плавать. Как только их подшерсток намок, они сразу же отряхиваются и пытаются вылизать его, чтобы как можно скорее высохнуть и обезопасить себя. К тому же подсознание животного говорит ему о том, что запах, исходящий от намокшей шерсти, может отпугнуть добычу, а само животное подвергается стать жертвой более сильных и проворных охотников. Вдобавок мокрая шерсть очень быстро пачкается и спутывается, что не особо понравится чистоплотным котикам. Котик боится всего. Страх ко всему чаще всего испытывают маленькие котята, которым недавно довелось пережить смену обстановки. Для молодого животного в этой ситуации непривычным и страшным является абсолютно все. Новая неизведанная территория, незнакомые люди, запахи. В таких ситуациях они переживают довольно сильные эмоции, которые часто перерастают в агрессию. Однако даже взрослые питомцы могут вдруг стать очень пугливыми. А что же делать, если кот боится всего? Для начала следует выяснить причину такого неадекватного поведения. Чаще всего животное становится пугливым по причине недостаточного общения со своими собратьями в раннем возрасте, то есть у него недостаточный жизненный опыт, который животные обычно перенимают от себе подобных. Контакт между животными всегда благоприятно сказывается на их психическом состоянии. Подобная ситуация может наступить при недостатке общения кошки с другими людьми, кроме хозяина. И как следствие, при появлении в доме гостей животное будет прятаться, так как почувствует потенциальную угрозу. Что же делать? Как помочь питомцу справиться со своими страхами? В первую очередь необходимо постараться всячески ограждать его от стрессовых ситуаций. Если в ваш дом пришли друзья, то позвольте котику предварительно найти укромное место. А когда он не успеет этого сделать заранее, обязательно позвольте ему покинуть шумную комнату. Делайте все, чтобы котейка видел, что вы стараетесь ему помочь. Главное – это не мешать животному бояться, а самому вести себя как можно спокойней. Когда за окном гроза, то всем своим видом необходимо показать питомцу, что все в порядке. По возможности возьмите его на руки, погладьте и ласково поговорите с ним. Только хорошее отношение кошки способно преодолеть любые проблемы. Животное должно чувствовать, что в доме царит приятная атмосфера, а взаимоотношения между членами семьи положительные. И это будет залогом отличного психического здоровья вашего пушистого питомца. Спросил меня один знакомый: вот для чего вам нужен кот? Ведь кошек не держу я дома, а у тебя один живет. Быть может, сторож он от Бога, чужих не пустит на крыльцо. Нет, он мохнатым теплым боком щекочет ночью мне лицо. Наверное, он очень ценен, приносит в дом большой доход? Нет, он, свернувшись на коленях, негромко песенку поет. Я понял, он охотник ловкий, спасает вас от грызунов. Он ловит ленты и веревки, гроза он обувных шнурков. Прослушал, видно, я случайно. Зачем вам кот, скажи скорей? И я сказала: для мурчания, и это мне всего важней. Приходилось ли вам сталкиваться со страхами своего котейки? И как вы боролись с ними? Расскажите об этом в комментариях. Понравился видеоролик? Ставьте лайк! Еще не подписаны? Обязательно подписывайтесь! И жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски «Живой планеты». До новых встреч, друзья! Берегите себя и наш маленький уютный дом под названием Земля.